В Заславле на грибном канале Республиканского центра олимпийской подготовки с 23 по 26 мая состоялись открытые соревнования Кубок Республики Беларусь по гребле на байдарках и каноэ. Грибная регата объединила национальные сборные Беларуси и России, в составе которой выступают приморские спортсмены. Первую награду высшей пробы выиграл призер Олимпийских игр Иван Штыль. В каноэ-одиночке спринтерской гонки на 200 метров он показал лучшее время. Всего 263 тысячные доли секунды ему проиграл другой приморский гребец Алексей Каравашков, занявший второе место. Еще один спортсмен, представляющий Приморье в параллельном зачете, Дмитрий Шаров, стал четвертым. Канал грибной здесь хороший, конечно, бывают проблемы с розой ветров, но сегодня все это отмечают, благополучный день для соревнований. Минск чистый, приятный, красивый, все люди доброжелательно относятся. Мы здесь уже не первый раз, и всегда хочется приезжать сюда. Но и хотим также пригласить своих коллег из Беларуси к нам в Россию на соревнования, на различные соревнования, которые будут проводиться в этом сезоне. Приморцы еще дважды стали вторыми на 500-метровых дистанциях. В каноэ двойки экипаж Иван Штыль и Алексей Каравашков, а в каноэ одиночки третье серебро взял Алексей Каравашков. После соревнований в Беларуси российские гребцы начнут подготовку к чемпионату страны, который пройдет в июле в Москве. Эти соревнования станут отбором на Кубок Доброй Воли 2022. Международные старты по гребле на байдарках и каноэ, которые планируется провести в начале сентября, также в столице России. Анна Дьякова, новости на Восьмом.